Что нам дождь, что нам гром. Легкоатлетический забег, посвященный Дню Победы, прошел в экстремальных погодных условиях. И несмотря на гром и дождь, участие в мероприятии приняли более 130 спортсменов. Забег организовала спортивная школа Олимпийского резерва «Труд». Подружки Евелина и Екатерина – юные участницы забега. Финишируют одними из первых. Участников забега поделили на 4 возрастные группы. От 10 лет и младше, от 11 до 14 лет, от 15 до 17 и от 18 и старше. Дети пробежали около километра. Дистанция взрослых – 1 километр 800 метров. В конце было сопротивление сильно большое. Не очень было удобно бегать. Сопротивление было очень большое. Много было людей. И впереди немножко, ну, не бежали, поэтому немножечко запутались первые, кто бежал. А так, немного тяжеловато, и ветер в конце, да, поднялся сильный. Маленьких спортсменок от всей души поддерживала мама Кати Светлана. Сегодня в забеге у нее участвовал еще и сын Костя. Болела я, конечно, за своих и вообще в целом за фигуристов. Они молодцы у нас, как всегда, первые прибежали. Мы болели за них, конечно. Не пугала вас погода? Думали участвовать, не участвовать? Нет, не думали. Мы всегда участвуем в любую погоду. Взяли куртки. То есть нет, немножко прикрыли от дождя и потом вперед бежать. Тем временем финишируют взрослые спортсмены. Трасса не длинная, но сложности добавляет погода. Порывы ветра, раскаты грома и мелкий дождь. Иван Детков финиширует первым. Говорит, что сомнений, участвовать или нет в забеге, не было. Регулярные занятия лыжами его закалили. Трудно, потому что подготовки вообще не было. Я не бегал в основном кроссы, ездил только на велосипеде. Вот. И концовка была очень тяжелая. А вы от себя ожидали, что первым прибежите или нет? Не, я вообще не рассчитывал на первое место. Я думал, как бы добегу и добегу. Среди участников забега вице-спикер окружного собрания депутатов Максим Арбузов. Говорит, что старается принимать участие в подобных мероприятиях. Ведь это не только дань памяти героям Великой Отечественной войны, но и пропаганда здорового образа жизни. Трасса простая на самом деле. 2300 метров. 2 километра 300 метров. Очень просто. Но надо больше, чаще заниматься спортом. Более ритмично, чтобы повышать выносливость. Ну, добавил перца дождь, пыль, там нас намочило, чуть-чуть подышали песком после поворота. Ну, все отлично. Я не знаю свой результат, но я где-то в серединке, как и в прошлый раз. То есть я, в принципе, доволен. Добежал, уже молодец. Массовые забеги, посвященные Дню Победы, спортивная школа Олимпийского резерва «Труд» проводит уже более 10 лет. Эти физкультурные мероприятия нужны, это популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни, это основное. Плюс люди приходят, общаются, разговаривают, это тоже одно из хороших целей. Победители легкоатлетического забега отмечены медалями и кубками. Все участники получили сладкие призы. Ольга Русул, Леонид Шишилов, телеканал «Север».